Всем привет, я в магазине Fix Price, город Орск, проспект Ленина, 84. Давайте смотреть ассортимент и новинки. Смотрите, какие у нас появились фломастеры. Фломастеры кисти. 8 штук в упаковке для тонких и широких линий. Легко смываются водой на водной основе. Удобный наконечник, кисточка. В упаковке 8 штук, сделано в России. 59 рублей. А это набор фломастеров с фигурной насадкой. В упаковке 6 штук за 174,50. А это магия цвета. Тоже фломастеры для юных волшебников. Проведи белым фломастером, цвета изменятся как по волшебству. В наборе 12 штук плюс один белый фломастер. Вот такой розовый фломастер – это основной цвет. А вот такой голубой получится после того, как проведешь вот этим белым фломастером. Правда, волшебство. 79 рублей 13 штук. А это набор столовых приборов от Kitchen. 12 предметов. 4 вилки, 4 ложки и 4 чайных ложечки. Изготовлены из нержавеющей стали за 299 рублей. Пришли нежные кружки, 380 миллилитров, вот такие, я не знаю, блестящие, красивые. В нашем магазине две расцветки, изготовленные из фарфора, 99 рублей. Смотрите, кружки висят, как наш российский флаг, белый цвет, синий и красный. Кружка 440 миллилитров, тоже блестящая, красивая. Я как-то ее уже показывала, вот с такой дырочкой. Кто, может быть, уже понял, что это за дырочки? Они не насквозь, а вот маленькая, наверное, 1 сантиметр. 440 миллилитров, изготовленные из керамики. Синий цвет и красный. Очень красивый, 99 рублей. Вот эта мне кружка нравится. Стеклянная. 420 миллилитров. Красивая. А жалко, вот ценника нет. В трех местах они висят. Вот, а ценник еще не успели повесить. Вот такой, с такой кружки бы я пила кофе или чай. Красивая. Весы электронные, кухонные. Две батарейки. В комплект они не входят. Хорошие весы, кстати. 299 рублей. Мне вот надо весы. Сейчас нормальные весы стоят 700-800, а это за 300. А вы только посмотрите, какой салатник. Салатник на ножках. Какой красивый. 1,2 литра выполнено стекла. И вот еще одна расцветка. Мне уж больно нравится, что на ножках. Не знаю почему, мне прям приглянулся этот салатник. 199 рублей. Какая красота. А это белые салатники 1,7 литра за 149 рублей. Снаружи матовые, а внутри глянцевые. А такой салатник 1,130 литра всего 99 рублей стоит. Также снаружи матовый, а внутри глянцевый. А вот тарелка в виде ракушки. 124 рубля, 26 сантиметров. И елочки, минажницы. 249 рублей елочка такая. Тоже как вариант интересно на стол положить различные закуски. Салатики. А такой декантер я показывала недавно. Такой сосуд для вина. 400 рублей. Кстати, недавно видела фильм. И вот такой декантер стоял под вином. Они пили вино и в таком декантере. Я еще обратила внимание и говорю, о, в Fix Price прям вот недавно видела такой. И даже не знала, для чего он. Вы в комментариях написали, для чего. И потом я увидела в кино такой. Вот это блюдо тоже симпатичное. 33 на 13 сантиметров.
под шубой салат или просто какую-то закуску выложить. 249 рублей. Красивый. В виде рыбки вот есть. Есть побольше, поменьше в виде рыбки. Такой салатник. И ой, такое блюдо. И вот, вот такое большое. Ценника нет. И смотрите, какие пришли нам банки. Банки 1 литр. Счастье в простых вещах. Вместо ручки собачка, а здесь елочка нарисована, и вместо ручки елочка. По крышке проходит силиконовый ободок, если его видно. Очень плотно заходит. И стоит 249 рублей. Выполнено из керамики. А таких гномиков вы уже видели. 600 миллилитров. Есть вот такое блюдо для тортов. Люминарк. Диаметр 32 сантиметра. И смотрите, что есть в этой серии. Тарелка 25 сантиметров, 20, 19, салатник, бокалы, кружки, чашки чайные, блюдца. И ценника нет. Опять новые салфетки сервировочные, 38 сантиметров. Серебряные, есть и золотые. Играют красиво. И они двухсторонние. И с этой стороны, и с этой стороны. Вот еще есть как медный цвет такой. Тоже двухсторонний. Получается, значит, не две расцветки, а три. Красный еще есть. А это маленькие антискользящие коврики 40 на 65 сантиметров. Быстро сохнет, долгий срок службы. Разные расцветки. Можно постелить в ванной. Тут где-то сами захотите уже. Разные расцветки. 149 рублей такой. И вот салфетки новенькие опять. Из микрофибры, универсальные, идеальная чистота. Три салфетки 30 на 40 сантиметров. Отлично впитывают, не оставляют разводы, быстро сохнут и деликатная стирка 30 градусов. Такие яркие и, к сожалению, нет ценника. Давно я не показывала пряжу. Меланж. Смотрите, есть несколько расцветок. Ну, я вот нашла 4 расцветки. Стоит такая пряжа 174,50. Вот еще пряжа. Это 50 грамм 99 рублей. Тоже разная расцветка. И вот новинка. 160 метров 100 грамм. Стоит 149 рублей. Смотрите, здесь разные нитки. В одной упаковке, в одном мотке разные нитки. Интересно так, что получится. Я вот показала вам несколько вариантов. И вот еще пряжа 100 грамм. Смотрите, какими петлями. Есть рукодельницы, которые умеют вязать. Какие молодцы. 8 метров, 100 грамм. Я вижу, здесь у нас только серая и красная. 124 рубля. Энзимная пудра для умывания. Для жирной и проблемной кожи. Еще одна. Для чувствительной и сухой кожи. 50 грамм, 149 рублей. А это крем для лица, подтягивающий, восстанавливающий и увлажняющий. 100 мл 99 рублей. Недавно только показывала елочки вот такие, шампуни. А это гель для душа. Или там тоже были гели для душа. Из серии «Новогодняя сказка. Зимнее настроение».
ценника нет. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.